Предлагаю вашему вниманию очередную поездку с юга на север. Уже, наверное, приелась улица Борисовские пруды, Каширка. Во время движения пользовались Яндекс навигатором с учетом пробок. Прокладывался маршрут, поэтому он будет немножко отличаться от предыдущего видео. И вообще я сказал бы, нужно более аккуратно относиться к Яндекс.Навигатору, потому что не всегда он четко показывает путь. Вот, например, в этой поездке, ну, это уже будет на Садовом кольце, когда, на мой взгляд, нужно было ехать не по навигатору, а просто по памяти, по, ну, так как подсказывает память, что ли. Ну ладно, это будет ближе к месту события. Эта съемка проводилась в пятницу, конец рабочего дня. Ситуация на дороге резко менялась, и то, что отражалось на карте, не всегда совпадало с реальной картинкой. То есть конец рабочего дня, пятница. Многие собираются на дачу. Люди возвращаются с работы. Ну, то есть попали в час пик. Ну, так вот сложились обстоятельства. Слегка объезжаем Каширку. Ну, проще можно было и сразу на нее выехать, не объезжая, но вот объезжаем по проектируемому проезду. Кстати, хотел бы сразу, пока не забыл, сказать, что я не всегда правильно ударение ставлю, не всегда правильно произношу название. Самому иногда слух режет, когда кто-то неправильно или ударение ставит, или произносит неправильно. Поэтому приношу свои извинения за неправильное произношение, за неправильное ударение. Хотел бы обратиться, ну, к тем, кто просматривает видео, с такой просьбой комментировать название улиц, с чьими именами это связано, кто эти люди,
К сожалению, я не знаю. Поэтому... Поэтому буду благодарен, кто сможет комментировать, объясняя название улиц, в чью честь они названы, чем эти люди запомнились в истории страны, в истории государства. Я думаю, многие меня поддержат в этом плане. Смотреть не просто картинку, а и узнавать информацию более подробно, что ли, исторические факты приводить. Иногда самому интересно становится, начинаешь в интернете искать названия, ну, что они обозначают. Ну, просто... Просто диву даешься, удивляешься, что и стыдно становится, что как, почему раньше этого ничего не знала. Но я думаю, что я не один такой. Подъезжаем к повороту на Андроповский проспект. С левой стороны через дорогу, там, метров 500, наверное, научно-исследовательский институт ревматологии имени Насоновой. С правой стороны дворец царя Алексея Михайловича. Это я сейчас смотрю на карту, по которой проложен трек. Вот объезжаем метро, Каширку нужно заехать по делам в одно место. Так что в этом плане по названиям улиц я буду говорить, а вот историю этих названий, те, кто знает. Так, это по телефону разговаривала. Так. Это вот остановились перед Каширкой. Конечно, конечно. Направо повернуть это движение к центру города, налево в сторону области. Ну, замечательно, замечательно. Ага, ну все, тогда не принят, все, удачи. В начале видео размещен трек, который отражается на карте, на карте проигрывателя Datacam 6 Max. Очень интересная, полезная функция. Просматривая на компьютере, можно найти и место нахождения. Очень подробная карта. Там очень много карт, кстати. Но я установил карту Яндекса. Поэтому все, что на ней отражается, какие места будем проезжать, об этом буду говорить.
Вот сейчас видео приостановлю. И включу, когда уже начнем основное движение. Так, деловые разговоры в салоне, они не интересны вам. Вот эта улица, на которую сейчас выезжаем, называется улица Москворечье. Москворечье. Если даже будет один на то, что нет. Ну вот заехали, что нужно было сделали. Теперь выезжаем и берем направление на север Москвы. Сейчас пока нарабатываем базу. Нет, базу поставщиков. Пасмурная погода. Конец рабочего дня, пятница. Движение пока по городу более-менее свободное. Сворачиваем в сторону Каширского шоссе, мимо метро. Ну, это вы уже, кто смотрел предыдущее видео, уже, наверное, прекрасно в этом ориентируетесь. Торгово-развлекательный центр с левой стороны. Сразу за ним метро Каширское. Ну вот, дождались зеленого светофора, пересекаем Каширку и двигаемся в сторону Антроповского проспекта. Водитель «Газели» вежливо уступает дорогу. Подъехали к проспекту Андропова. Ну, с левой стороны, не знаю, видно будет или нет, церковь Дмитрия Донского. Нет, не видно. В общем, с левой стороны здесь, ну, на большом экране, может быть, будет заметно. Ну, а вообще, с левой стороны, вот это парковая зона, называется парк Садовники. С правой стороны что же, как же он называется у нас правильно? Ну, скажем так, Коломенский парк. Где он начинается, граница, я не знаю. Но вот за деревьями справа Коломенский парк. В парке, значит, церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи. Там же находится Дьяковское кладбище. Здесь же вы можете найти домик Петра Первого, церковь Вознесения Господня, Казанская церковь, ну и усадьба Коломенская. Сейчас проехали поворот на Коломенский проезд, который постепенно переходит в Нахимовский проспект. Сейчас, по всей вероятности, видно будет выставочный центр, выставочный зал «Атриум». Не знаю, заметно? Нет, наверное.
Ну, в общем, с правой стороны. Подъезжаем к перекрестку. Улица Нагатинская с левой стороны, поворот налево, попадем на улицу Нагатинская, направо, улица Новинки. Ну, это туда мы не поедем. Мы ни на Нагатинскую не поедем, ни на Новинки. По Нагатинской улице можно попасть на Каширское шоссе. Прям за перекрестком метро Коломенское. Кстати, будете смотреть трек, например, он в динамике, значит, можете обратить внимание, что курсор, эта стрелка, меняет свою форму. Вот в данный момент она может быть острой, потому что движение идет, ну, на нормальной скорости, в допустимых пределах. Когда стрелка расщепляется или как вот становится какой-то тупой, что ли, значит, в этом месте остановка, пробка или какое-то затруднение. Сейчас проезжаем по мосту через Москва-реку. Проехали мост. Да что такое? Так, с правой стороны Южный речной вокзал. Вот если сейчас съехать направо, вот проехали поворот, съезд, то можно попасть в Южный морской порт. Там же находится парк Нагатинская пойма. С левой стороны технопарк. Большой торгово-развлекательный центр. Мегаполис. Гипермаркет. Чуть дальше, с правой стороны, видно будет, по всей вероятности, наверное, будет видно церковь Александра Невского. Вот с правой стороны стало виднеться. Мы постоим, кажется, на проспекте. Да, вот видно купол церкви. Это церковь, повторю, Александра Невского. Сейчас нырнем в туннель под улицей, над нами улица Трофимова. Так, ну а мы сейчас по проспекту Андропова перешел в улицу Сайкина.
Я не знаю, к сожалению, чем знаменит этот человек, чьим именем, чьей фамилией названа эта улица. Проезжаем над третьим транспортным кольцом, сокращенно ТТК. Можете в интернете посмотреть. Мне стыдно, потому что я не знаю. Из личного, скажем так, архива. Сейчас с левой стороны, за перекрестком, будет заправочная станция «Нефтьмагистраль». Вот однажды я там здорово попал, залил полный бак бензина. Ну, как написано, я 92-м заправлялся. Вот. Только выехал на проспект Андропова, и у меня стал двигатель троить. Так, сейчас, по-моему, будем проезжать вот эти островки с маркировкой. Знаете, желтые ромбики такие. Напомню в очередной раз, что остановка на этом месте запрещена. Что-то не заметил. Но это, по всей вероятности, по противоположной стороне. Движение на противоположной стороне. Так, мы двигаемся в сторону Таганской площади. Про Таганку я уже рассказывал. Впереди, с левой стороны, можно будет увидеть купол Успенской церкви. Сейчас будем ближе подъезжать. Если заметно будет, я об этом скажу. Да, автомобиль прикрыл, там мелькнуло немножко, но автомобиль прикрыл и не увидели. Ну ладно. Подъезжаем к улице, которая пересекает. Кстати, мы подъехали к улице 3-й Крутицкий переулок. Ну, подъезжаем. 3-й Крутицкий переулок. Вообще я проводил антисанитариальную проверку. Похоже, что хуй ебал. Светофоры. Ну, в общем, остановились на светофор на улице Крутицкий переулок, 3-й Крутицкий переулок. Дальше начнется улица Новоспасский проезд.
пересолила, значит, влюбилась, да? Я думаю, должно быть на все случаи. Так, не вижу ничего. Там пересолила, влюбилась, там подгорела. Хочу тебя. Плесень, ты мой. Так, с левой стороны. Церковь 40 мучеников. Церковь 40 мучеников севастийских. Ну вот она, с левой стороны проезжаем купол. На Таганке можно развернуться, вернее, на Таганской площади можно попасть на Марксистскую улицу, на Таганскую улицу, на Садовое кольцо. Развернуться и съехать на внутреннюю часть Садового кольца. Но вот пытаюсь посчитать, сколько улиц выходит на Таганку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, в общем, много улиц. Повторил, наверное, в который раз, что... Таганка, Таганская площадь, развязка, одна из самых сложных в Москве. Много разных потоков. Если в прошлый раз мы с Таганки съезжали и уходили на набережную, музыку берем. Это модератор сердится. Так. Если в прошлые разы мы съезжали на набережную и двигались на север по набережной в объезд всех пробок, то в этот раз поедем по Садовому кольцу. Напомню, что пятница, конец рабочего дня, конец рабочей недели. То, что так быстро доехали до Таганки, это потому, что все, основная масса, ну, еще не выдвинулась, но будет двигаться из центра в область. То есть кто-то поедет на дачу отдыхать, кто-то домой. Так, успеем проскочить? Нет? Да, успели заскочить на
Таганскую площадь. Да, успели. Вот здесь потоки. Видите, он подрезает, он уходит вправо на Марксистскую, на Волгоградку, на эти вот улицы. Оттуда же съезжают, вот видите. Ну, в общем, повторю, что один из самых сложных узлов в городе Москве. Так, принимаем влево, чтобы съехать на Садовое кольцо. Так, съезд открыт на Садовое кольцо. И мы... Так, где же... А, вот, въезжаем. Съезжаем на Садовое кольцо. Вот мы уже на Садовом кольце. Не, открыто вроде, да? Но, правда, здесь Садовое поставило. Вот. Сын предупреждает, смотрит на смартфон, там у него Яндекс.Навигатор. Но пробочка будет за Курским вокзалом. Вроде бы. Вот сейчас вот мы и подвстанем. Так, проезжаем над рекой Яузой. Приток реки Яуза, кажется. И двигаемся по Садовому кольцу, улица Земляной вал. Сейчас будет поворот направо на верхняя Сыромятническая улица. Так, верхняя Сыромятническая улица. Ну вот, проехали поворот на верхнюю Сыромятническую улицу. Вот автомобили сворачивают. Далее Курский вокзал, но его не видно будет, потому что его закрывает торгово-развлекательный центр. Вот сейчас с правой стороны метро Чкаловская. Ну, Курский вокзал, метро Чкаловская, это в одном месте, просто разные выходы, разные ветки проходят. И вот это метро Чкаловская проехали. Вот с правой стороны.
так необходимый народу торгово-развлекательный центр Атриум полностью прикрывает панораму Курского вокзала. Ну, бог с ним. Земляной вал, улица, Садовое кольцо. Ну вот начались заторы. Стоп-старт. Но, на мой взгляд, нужно было бы принимать левее, занимать крайнюю левую полосу и двигаться до проспекта Мира, до поворота на проспект Мира. Это было бы и быстрее, и с меньшей нервотрепкой, но... Но решили ехать по навигатору, и он подтащил по таким закоулкам. Я уже потом смотрел на карте, проехали примерно в 3 раза больше путь прошли, чем если бы по Садовому кольцу до поворота на проспект Мира. Примерно в 3 раза. Поэтому, передвигаясь по Москве, нужно иметь в виду, что Яндекс.Навигатор не всегда, а на мой взгляд, так только в половине случаев отражает истинное положение на дорогах. Ну вот, с правой стороны видите здание желтого бежевого цвета. Это старое здание, не знаю сколько ему лет, но очень давно стоит, может быть лет 100, если не больше. А за ним выглядывает новострой. Построили совсем недавно. Это на Садовом кольце редко бываю. Не знаю, раз, может быть, в 3 года. Вот. И вот видите, как он выделяется из общей картины. Во-первых, он залез на пешеходную часть. Во-вторых, оно никак не вписывается в общую картину, в общую панораму. Улиц Садовое кольцо. Улиц Садового кольца. Но сейчас вот земляной вал. Это не жилой дом. Это какой-то офисный центр, я не знаю. Ну, ему сколько лет, чтобы не соврать? Наверное, лет 10 уже, как вот поставили вот это здание. Ну, примерно лет 10. Но все равно это новострой. Вот он сколько метров занимает на пешеходной части.
Здание, конечно, симпатичное, современное, я бы даже назвал красивое, но не на месте оно стоит, не на месте. Вообще вот центральную часть города, на мой взгляд, вообще трогать нельзя. Только реставрация и восстановление, все. А эти новострои, они только портят. Москва из-за них теряет свой неповторимый облик. Нервы напряжены у всех. Это движение стоп-старт. Еще на правой стороне припаркованная строительная техника. Автомобили занимают крайнюю правую полосу, чтобы повернуть направо. На мой взгляд, очень неудачная позиция, очень неудачное положение на дороге. За рулем сын, если бы за рулем был бы я, то я бы давно уже стоял в крайнем левом ряду. Недавно обратил внимание, что гораздо, в большинстве случаев, гораздо выгоднее, что ли, или гораздо быстрее ехать в общем потоке, чем объезжать по каким-то маленьким улочкам. На маленьких улочках тоже светофоры, и светофоры работают по-разному. То есть с длительными циклами красного цвета, красного огня. В час пик объезжать пробки. Но я бы сказал, я бы не рекомендовал объезжать пробки по маленьким переулкам, по улочкам. И дольше, и длиннее путь, маршрут увеличивается. Поэтому лучше всего занять крайнюю левую или, в общем, две крайние полосы и двигаться в общем потоке. Это будет гораздо быстрее. Гораздо быстрее. Ну и без особой нервотрепки. А здесь вот, видите, один втискивается, ему поворачивать направо. Все на нервах. Вот кто-то поворачивает направо, такси повернуло направо. Ну вот что еще, чем плох крайний правый ряд, то что там автомобили занимают положение крайне правое, на светофоре горит дополнительная секция стрелка. И если основной поток движется, то крайний, первый, второй, крайние ряды, они просто стоят, ждут, когда загорится стрелка. Ну вот видите, крайние левые ряды, движение. Движение нормальное, скажем так, для пробок. Вот по идее проехать тут осталось метров, ну, меньше километра, и проспект Мира. Но вот он решил ехать в объезд по навигатору.
сидим, оба нервничаем. В который раз повторю, что доверять на 100% Яндекс.Навигатору с пробками, ну, 50 на 50, не более. А в часы пик и того меньше. В часы пик доверять Яндекс.Навигатору, ну, у меня процентов 10. По моему опыту, по моим знаниям. Вот с правой стороны зеленые деревья, зеленое насаждение. Это парк Чкалова. Да, кстати, забыл сказать, с левой стороны уже проехали дом, в котором жил Валерий Чкалов. Так, строительная техника. Ну вот, несколько дней тому назад проезжали. Вроде бы не было таких ремонтных работ. Ну вот он совершает большую ошибку, уходит направо в объезд пробок. В объезд пробки. Но это движение без пробок условное. Это условное. Тут светофоров как грязи. И на каждом светофоре стоять, и путь длиннее в 3 раза. И светофоров. Вот попали в зеленый. Так, что у нас с правой стороны? Храм Никиты Великомученика. Храм Никиты Великомученика, а улица называется Старая Басманная. Ну вот, что это означает, как она переводится, с чем это связано, я не знаю. Если Садовое кольцо более-менее движется, пусть не сильно, но движется, то здесь капитально встаешь на светофоре и просто то потеряешь время. Причем нервы натянуты. Нервы натянуты, потому что времени в обрез, опаздываем. Так. Ну вот каждый светофор, на каждом светофоре стоять приходится. Thank you.
много нервов и энергии собирает вот ситуация, когда времени в обрез опаздываешь, и вот так вот тупо стоять на светофоре. Но повторю, что это пятница, конец рабочего дня, конец рабочей недели. С левой стороны по движению. Вот за высотными домами дом музей Матвея Муравьева Апостола. Ничего не знаю, ничего об этом сказать не могу. Если знаете, в комментариях пишите, делитесь информацией. Матвей Муравьев Апостол. Что это такое, я не знаю. Вернее, кто это, я не знаю. Улица Старая Басманная. Стоим капитально. По Садовому кольцу уже бы оставалось метров 500 до проспекта Мира, если не меньше. Там на Садовом кольце тоже светофоры есть, но они работают на Садовое кольцо. Здесь на что работает светофор, я не знаю. Даже смотреть неприятно, когда вот такие вот стоянки. Нервы не выдержали. Вот на пустом месте, на светофоре, затор. Повторяю, что продолжаем. Условно говоря, движение, стоим на Старой Басманной. Вот там в глубинке, с правой стороны, концептуальный театр Кирилла Ганина. Ни разу там не был. Что это такое, не знаю.
с левой стороны вот эта площадь Разгуляй проезжаем. С правой стороны вот деревья, это Елоховский сквер, с левой, с правой стороны, и мы на Спартаковской улице. Сворачиваем на Нижнюю Красносельскую улицу. У кого из вас хватит терпения смотреть такое движение? Так, сворачиваем со Спартаковской улицы на Нижнюю Красносельскую. Двигаемся по Нижней Красносельской улице. Справа отделение Сбербанка, но это никому не нужно. Перед перекрестком налево Институт пластической хирургии и косметологии. Вот там немножко в глубине, в глубинке. Вот с левой стороны там за зданиями Институт пластической хирургии и косметологии. Впереди купола Покровского храма. Покровский храм. Чуть прямо, прям, вернее, за перекрестком метро Красносельская. Мы повернем направо. Ну вот на этом перекрестке чуть дальше метро Красносельская. Очень много времени теряем на светофорах. Вот эти вот объезды, по моим расчетам, по моим прикидкам, мы бы уже были на проспекте Мира.
Так, подъезжаем к улице Краснопрудная. Повторю, что по диагонали метро Красносельская. Так, повернули на Краснопрудную улицу. И сейчас у нас будет туннель, кажется. Будем проезжать под третьим транспортным кольцом. Вон впереди видно, поверху летят автомобили. Летят вправо, но влево стоят капитально. То есть внешняя сторона третьего транспортного кольца замерла в пятничной вечерней пробке. Эстакада третьего транспортного кольца называется Рустаковская эстакада. Такое ощущение, что все двигаются, а мы стоим. Всегда, наверное, когда опаздываешь, так кажется. Ну вот она, Русаковская эстакада, над нами третье транспортное кольцо. Так, что тут интересного исторического, я ничего не вижу. Русаковская улица. Далее мы свернем на улицу Маленкова. Маленковская улица. Маленковская. Ну, это один из руководителей советского периода. Сталинско-хрущевские времена. Политический деятель. Ну, по моим расчетам, мы бы уже давно бы двигались по проспекту Мира и, по всей вероятности, уже бы подъезжали к месту финиша, туда, куда ехали. Садовое кольцо хоть и забито пробками, в пробках, но движение там какое-никакое есть. Здесь же, говорю, на каждом светофоре, на каждом перекрестке приходится стоять, ждать. Ну, дороги, сами видите, в Москве какие, тоже разные есть. Центральные улицы, дороги, проспекты, они, конечно, в отличном состоянии. Ну, а улицы с меньшим статусом, там, конечно, ситуация несколько другая.
Ну вот это видео, скажем так, для вас может быть таким наглядным примером, но не учебным пособием ни в коем случае, а вот именно примером, насколько нужно или можно доверять Яндекс.Навигатору. Интересно, почему улица Маленковская? Там был Маленков, просто можно было назвать улицу Маленкова. Кстати, еще нужно учитывать такой фактор, что такси Яндекс.Такси, они все передвигаются по Яндекс.Навигатору, по Яндекс.Пробкам. Вот, тем самым еще сильнее забивая и без того загруженные места. Деловые разговоры, они не интересны. И так уже опаздываем. Дальше двигаться примерно через два квартала метро Сокольники. Но мы сейчас на светофоре повернем налево. Слава Богу, загорелся зеленый свет. Дождались. И сворачиваем налево. Называется Маленковская улица. Ну, думаю, она названа в честь Маленкова, партийного деятеля. Налево улица Шумкина. Перекресток. Поворот, вернее. Параллельно нам с левой стороны через квартал Старослободская улица. С правой стороны через квартал Сокольническая Слобода, Слободка. Там же находится с правой стороны и жилой комплекс, дом в Сокольниках. Подъезжаем к улице Сокольнический вал. Делаем попытку на ее свернуть.
Сворачиваем на улицу Сокольнический вал. Было бы совсем хорошо, если бы в Датакаме была бы надпись «Название улиц». Тогда можно было бы вообще ничего не комментировать. Но те функции, которые на Датакаме, меня очень радуют, очень. Так, впереди у нас с левой стороны площадь Сокольническая застава. Чуть подальше. С правой стороны Воскресенская церковь. Ну вот эта вот площадь с левой стороны. Сейчас будем проезжать. Круговое движение там. Вот с левой стороны площадь Сокольническая застава. С правой стороны сквер московских огнеборцев. Справа сквер московских огнеборцев, а с левой стороны площадь Сокольническая застава. Ну вот она площадь с левой стороны. А с правой стороны вот деревья, сквер. Так, с левой стороны также находится Фонтанная площадь. И от нее берут начало. Ой, сколько тут начал, господи. Песочная аллея. Первый лучевой просек, просек, извините за ударение. Второй лучевой просек, третий лучевой просек, фестивальная площадка, фестивальная площадь, пятый лучевой просек, шестой, седьмой, шестой и майский просек. С правой стороны проезжаем, его не видно, Егерский пруд. Сейчас небольшой поворот налево. Остановились перед Митьковский проезд. Поворачиваем
вернее, уже двигаемся по Богородскому шоссе. Богородское шоссе. С левой стороны два пруда будет. Нижний Майский пруд и Верхний Майский пруд, но их не видно, к сожалению. Ну, за деревьями, поверьте. А с правой стороны Верхний Оленей пруд и Большой Оленей пруд. Чуть дальше Нижний Оленей пруд. Это с правой стороны. Вот уже проехали это место. Подъезжаем к перекрестку с левой стороны, поперечный просек. Ну, очень хорошее место. Я вот смотрю по карте, очень много зелени. Огромные территории. Огромные территории, засаженные деревьями. Так, ну, с дороги не видно. Музей Орловского Русака и Русской Тройки. Проехали с левой стороны. И подъезжаем недалеко к проспекту Ветеранов. Богородское шоссе поворачивает налево, а направо начинается проспект Ветеранов. Заканчивается Богородское шоссе. Богородское шоссе заканчивается направо. Пойдет улица, берет начало улица Богатырский мост. А мы с Богородского шоссе попадаем на Ростокинский проезд. Вот. Так вот, сопоставляя время, мы бы уже давно были бы на месте, на финише. Ну вот, направо пошла улица, начинается улица Богатырский мост. Мы находимся на улице Ростокинский проезд. С левой стороны за деревьями, наверное, не видно будет пруды, значит, шестой Путяевский пруд и пятый Путяевский пруд, но не знаю, нет, наверное, не видно будет. Ну, в общем, с левой стороны приехали шестой Путяевский пруд.
Потихоньку приближаемся к проспекту Мира. Вот петлю, которую сделали, я говорю, раза в три, а может быть больше, чем тот путь, который можно было бы проехать по Садовому кольцу до проспекта Мира. Это обманчивое впечатление, что вот объезд, он всегда короче, вернее, всегда быстрее. Он всегда длиннее. Но бывает так, что и быстрее. Но не в данной ситуации. Конец недели, пятница, конец рабочего дня. И вот сейчас самое что ни есть начало пика. Пика, я имею в виду пробок. Вот сейчас с левой стороны площадь. Это площадь чуть подальше. Площадь академика Люльки. Вот площадь академика впереди. Площадь академика Люльки. К сожалению, ничего не могу сказать. Ничего не могу, к сожалению, сказать об академике Люлька. Впереди начинается улица Бориса Галушкина. И дальше, но я об этом скажу, когда будем подъезжать, академия Государственной противопожарной службы ГПС МЧС России. Ну, ГПС – это Государственная пожарная служба Министерства чрезвычайных ситуаций России и тут же Академия Государственной противопожарной службы. Это грохот, работают дорожные рабочие. С правой стороны через квартал находится городская клиническая больница номер 40.
видно, как трамваи, автобусы, троллейбусы двигаются без проблем. Вот в этом преимущество того, что я предпочитаю передвигаться по городу на автобусах, на метро. Это и быстрее, и спокойнее. И, по крайней мере, можно очень точно, ну, относительно точно рассчитать время прибытия, ну, туда, куда едешь. Стоп-старт, стоп-старт. Новые трамваи пущены уже. Ну, на новых трамваях я еще не ездил, ничего не могу сказать, не знаю, чем они отличаются. Ну, говорят, по комфорту стали комфортнее. Сомневаюсь, что у кого-то из вас хватит терпения смотреть такое движение. Каково приходится водителям? Трек, который предшествует этому видео, я ускорил 64 раза, потому что в реальном времени смотреть трек, я говорю, вообще ничего не хватит. Так, значит, подъезжаем сейчас к перекрестку с Ярославской улицей. Повторю, что всегда в часы пик я предпочитаю двигаться не по Яндекс.Пробке, не по навигации Яндекс.Пробки, не
навитал пробки. А так как подсказывает чутье, внутреннее чутье. Так, вот подъезжаем все ближе к перекрестку с Ярославской улицей. За ней вот это вот кремовое кирпичного цвета здание, это Академия Государственной противопожарной службы. И впереди один квартал — проспект Мира. На каждом светофоре огромная потеря времени. Огромная. Но вот загорелся зеленый, проскочить не успеем. Нет, успели. Ура! Ну вот сейчас с правой стороны появятся кадеты или студенты от Академии Государственной противопожарной службы. Что-то не видно на экране, пока не видно, но реально я видел, как там подошел целый взвод ребят МЧС. Сейчас они будут переходить дорогу. Загорится зеленый свет. Пошли. Целый взвод организованно на зеленый, и сейчас будут переходить налево. Наши огнеборцы, наши МЧСники. Вот они перешли и пошли, надо полагать, в свою альма-матер. Ну а у нас впереди замаячил проспект Мира, кажется. Так, напомню, что двигаемся по улице Бориса Галушкина. Где же онка? Так. Ну вот он, БДНХ. Комплекс зданий ВДНХ, памятник
рабочие мои крестьянки. И все, мы на проспекте Мира. Нарушаем все, что можем. Проспект Мира тоже не летит, толкается, но это мы сейчас съезжать будем на проспект Мира. Там движение плотнее. Но все равно какое-то движение. Не то, что мы ехали вот по этим закоулкам. Вот Ярославское шоссе, проспект Мира переходит постепенно в Ярославское шоссе. Вот почему там заторы? Ну, по всей вероятности, из-за развязки. Может быть, у Мытищах проблемы. Но движение, как видите, на проспекте Мира есть. И если бы, говорю, поехали по варианту, как предполагал я, Садовое кольцо, проспект Мира, уже давно были бы на месте. Все-таки тут какое-никакое движение. И расстояние, ну, раза в три меньше. Короче, чем по Яндекс.Пробкам. Вот ориентир, два красивых цветных жилых дома с правой стороны. В реале они гораздо красивее, гораздо впечатлительнее. Стоп-старт, но движение есть. Так что двигаться в час пик по Яндекс.Навигатору очень-очень-очень ненадежно. У меня лично доверие к Яндекс.Навигатору на самом низком уровне. Ну вот, мы почти приехали. Постепенно заканчиваю свой комментарий, свой репортаж, если это можно так назвать. Буду очень рад, если знающие люди будут комментировать и рассказывать о каких-то
ну, значимых, знаковых местах. Я, к сожалению, на этом заканчиваю. Всего вам доброго, до новых встреч!